Внимание президенту Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаева, главного государственного санитарного врача Ерлана Киясова, акима Мангыстауской области Серикбая Трумова, прокуратуры и уполномоченных органов Мангыстауской области. Обращаемся к вам, чтобы предотвратить социально-трудовой конфликт и возможные забастовки. Мы, сотрудники компании «Тоталь», месторождение Дунга, выражаем свое недовольство руководству компании Тревору Рунгу, который применяет принудительное прохождение изоляции по 5 суток в наши отдыхающие дни перед началом заезда на рабочую 28-дневную вахту. Мы, работники компании «Тоталь», в мае 2020 года с пониманием отнеслись к временно применяемым карантинным мерам компании «Тоталь» по борьбе с нераспространением вируса COVID-19 и дали свое временное согласие на переход с 14-дневной вахты на 28-дневную вахту с прохождением изоляции до улучшения эпидемиологической ситуации по COVID-19 в регионе. Согласно постановлению главного санитарного врача Республики Казахстан от 30 апреля 2021 года под номером 17, изоляция сотрудников вахтового поселка не предусмотрена. С мая 2020 года по настоящее время мы также продолжаем работать по 28 дней с прохождением изоляции. Мы, сотрудники компании «Тоталь», всеми силами предпринимаем разумные шаги для конструктивного диалога с руководством компании по отмене изоляции и возвращении на 14-дневную рабочую вахту. Однако руководство компании больше 3 месяцев не дает адекватного ответа на наши требования. Мы, сотрудники компании «Тоталь», требуем вернуть 14-дневную рабочую вахту. Коллектив согласен с данным требованием? Да! Убрать принудительную изоляцию в выходные дни и заезжать на вахту методом прохождения ПЦР. Коллектив согласен с данным требованием? Да! В случае отказа от наших требований, мы, сотрудники компании «Тоталь», в рамках закона Республики Казахстан вынуждены принять соответствующие меры –